Мне каникулы 2009 года. Скотт Фабера, Адам Мюррей и Иона-младшего. Подозреваемый, возможно, связан с обществом паранормальных явлений Бэйфрома. Града 100 тысяч долларов. Жертва 3, жертва 4. Явление Бэйфрома на связи. Как я могу вам помочь? Здравствуйте. Могу ли я записаться на прием? Да, конечно, мэм. Куда надо выехать? Мой дом. Хорошо, спасибо. Могли бы вы дать краткое описание того, что вы пережили? Я слышала. Звуки? Какие, мэм? Я до сих пор слышу мяуканье своего пожилого кота Джонни, но этот котик покинул меня несколько лет назад. Серьезно? Гребаная альтернатива кота? Я не думаю, что это альтернатива. Я просто думаю, что его душа все еще бродит по дому. Я хочу убедиться, что он нашел покой в каком-то царстве, в котором он живет. Вы думаете, что вы сможете проводить его? Мы, конечно, можем попробовать, мэм. Куда нам лучше подъехать? Как можно скорее. Пожалуйста. Когда вы сможете? Ну, мы можем подъехать сегодня вечером, если вы захотите. Как насчет 3 ночей? Я не дома, я в командировке. Я думаю, вам хватит времени, чтобы разобраться с ним. Ну... Как насчет 500 долларов за ночь? О, конечно, да. Хорошо, мы согласны. Мы поможем вашему коту, мэм. Спасибо вам огромное. Вы просто не представляете, как я вам благодарна. Нет проблем, мэм. Это наша работа. Окей, покупимся. Собирайся. Ты все? Да, я все. Ты точно все собрал? Да, просто открой багажник. Нет, ты точно уверен, потому что мне кажется. Просто открой багажник Джона. Ладно. Какой же ты придурок. Ты уверен, что у меня с собой все нужно? Вот и сейчас мы что-то можем с этим сделать. Дерьмо. У нас ничего не осталось? Нет. И все, истратил. Блять. Но зато нам не придется переживать о деньгах после такой расплаты, верно? Ну, у нас есть пара способов. Какие? Мы попросим кого-нибудь прикурить нас, или... Сорвем еще одну? Да. Среди белого дня? Но вряд ли кто-то будет вызывать копа. Верно. И мы бы совершили еще одно преступление. Но мы все равно уже в бегах. Адам пытался починить машину, пока я ем чипсы. Лол, Джона. Добро пожаловать округ Манделы. Каталог Манделы. Том 2.